Всем привет, ребят. Ну что, у нас воскресенье, у нас немножко поменялись, я надеюсь, акции на рынке. Сегодня сделаем такой обзорчик и ждите сегодня видосика с топовой тыквой, что же все-таки поменялось. Так, что у нас на русском сервере? На русском сервере у нас добавили набор накопления. Ну, что-то, конечно, по сравнению с другими серваками, он, как по мне, ни о чем. Ну, девятые эмблемы. Ладно, смены, ну, везде огника половину продают. Понятно все. Пум-пум-пум-пум-пум. Колесо. Нету, кстати, шарика. Сейчас мы зайдем на Тайвань. Еще раз с вами побомбим по поводу шара. Это просто жесть. Полная причем. Так, что у нас нету никаких акций новых. Нового героя так, кстати, и не продают. Так его и нету. Ну, он будет, я уже показывал, с мешков. Точно так же, как и Огник, точно так же, как и Роза. Землеройка, Огникрыл. Но еще нигде его не завезли. Плюс его вариант есть собрать с моря. Но надо хороший состав и хороших тиммейтов. Так, окей. С русским сервером, в принципе, все понятно. Поехали на Тайвань. Сразу же на Тайвань. Потом еще на iOS-ик забежим. Надеюсь, телефон не разрядится. Так, что у нас на Тайваньке? Поехали, сразу же шар. Ну, как по мне, это печальный шар. Я вчера уже рассказал, почему. Ну, кроме рунок вот этих на рынке, по сути, ничего больше нет толкового, как для меня. Ну, просто жесть. Скины на здание и скин. Лучше бы давали, я не знаю, кого-то, либо героя простого. И по поводу скинов я бомбил. Ну, за обмен тут вообще no comments. На русском, как обычно, его не будет. 100, я не знаю, наверное, вероятность 99,9. Плюс вот этот вот обмен на карты. Ну, вот этот еще куда не шел. Но, опять же, 5000 самоцветов для бездона. 500 и 200 это... Вот здесь, в принципе, это реально. На русском сервере этого нет, поэтому там нечего. На других, ну не знаю, посмотрим. Хотя на немке там и на остальных, на АЭСе это можно сделать. Давайте бесплаточку заберем. Так, что у нас по акциям? Тут карту убрали архидемона. Неинтересная акция стала. Хрустальный сундук, он уже заканчивается. Зефир. Ну, пирата я вам уже показывал не один раз. Ну, он такой средненький по сравнению с немкой. То, конечно, не то. Так. И парящий остров. Поехали по рынку пробежимся. Ну, вот посмотрите, базар на набор накопления тоже не ахти. Но тут хоть... Самики дают, ну тоже не очень по сравнению с английским сервером, который я вчера забирал. Вот это для бездоната, я считаю, вообще огонь. Акция, здесь можно реально нормально нафармить топовых плюшек. Такс, вот еще одна, где можно за обмен получать, обменять. Ну тоже завезли третье, вот такое. Так, донатные. Что у нас по донатным? Сумки, видите, нету еще. Что-то нету нового героя, даже не продают. С расходниками для новых питомцев. Ну, в общем, такое. Такс. Поехали на английский сервер. Глянем, что тут у нас поменялось. Вчера я проспал. Шоппинг спринт это брал. Увидите сегодня топовый состав и тыковку на архидемона. Побил я результаты все.
Такс. Что у нас тут есть? Огненку продают. Кстати, мне, по-моему, одной огненки не хватает. Надо будет попробовать затестить. Так. Остальное все такое себе. Нету, как видите, тоже. Ну, зефир большой пак 600. Но тут однозначно вы уже словите одного зефира как минимум. Эти сумки, ну, бессмысленные. Так, что у нас есть здесь? Вот, впихнули 35, целый зефир 70. Сумки старые, тоже большой пак. Это только чисто кому зефир нужен. Лучше уже взять такие паки. Так, пак с рунами, наборчики, ну такое себе, тоже ничего прям мега пират. Ну, относительно Тайваня, здесь тоже, в принципе, неплохой пират, уже показывал, можно доставать пятые чарки. Ну, для бездона неплохой пират, любой пират для бездоната. О, ничего себе, кетчи прайс есть, ребятушки. Вот чем англичанка радует. Здесь еще и кетчи прайс есть сегодня. Так, давайте заберем плюхи, посмотрим, что там у нас. Опача, 5 токенов. Ну, 5 токенов, это, конечно, фигня. Но я вам скажу так, для любого, вот, конечно, здесь я книги получу. 30 книг. Если вытащить 35 токенов, можно нормально потрешивать, можно получить и сундуки, можно получить и пыль, и самики. Вот, посмотрите, какие плюхи. Так, за 10, ну, честы 5 штук, за 15 сумка и камикроки 6 штук, за 20 вот кастл честы, вот они реально обалденные по 40, за 30 70 пыльцы и... Получается, что у нас 10 тысяч самоцветов. Ну, 40, понятно. 40 уже не дадут. Максимум 35, по-моему, дают. Вот так вот. Зефирки. Сумки зефирки. Десятые руны 20 за 50. Прайм баги. Ну, тоже неплохо. Такс. Аккумулейшн. Больше ничего такого интересного здесь сегодня нет. Ну, эти акции они редко меняют. Неплохо. Даффи только выставил. Там, наверное, меня попроходило сегодня. Нормально народу. Да, 22 человека. Даже 2 слилось. Но на пустом Даффи просто Минотавр вчерашний стоял, как я записывал видосы, да, тыкву тестил. Так, окей, поехали на немочку. Посмотрим, что у нас интересного на немке сегодня есть. Тут тоже вчера было обновление, быстрее даже, чем на английском сервере. Так, базар, понятно. Ну, большие паки. Здесь в чем? Вот, смотрите, фобу продают по 500. По 500 фигачат полным ходом. Это на 50 вот таких вот сущностей. Так, боты. Так, это базар, набор. Скорее всего, накопление сейчас... А, это за питомцев, за открытие питомца. Вот сумочка, это один левел, можете перескочить в батл пассе. Также вы можете за роллинги получить эти книги. Раньше их продавали, но уже так не продают, смотрю. Ну, надо высматривать их. Так, и вот такой вот очень классный здесь. Здесь только он есть. Значит, там пакет, ну, только здесь скины герои, питомца. Вот это реально мне нравится на этом сервере. Помимо этого, ребят, супер-пупер-мега, как по мне,
Вот нигде нету, а здесь фонтан желаний. Вот просто выбираешь то, что тебе надо, и покупаешь. Вот это реально плюс. Нажал, тебе надо там карточки, например, я хочу стамины там, либо вот карты смены. Перед этим я нафармил себе вот этих монеток. То есть тоже очень крутая тема. Вот так вот. Давайте бесплаточку заберем. Что, у нас места нигде нету? О, ужас. 3 тонища. Что есть еще интересного? Ну вот этот коллекционер, о котором я говорил. Магазин скидок. Тоже, в принципе, здесь неплохой. Так, это что-то добавили, сейчас посмотрим. По акциям. Сейчас я включу АЭС, гляну, что там на АЭСе есть интересного. Так, это понятно, это вообще база для донатов. Больше ничего такого нету, да? Ничего себе. Вот это кайф, ребят. Посмотрите на этот хрустальный сундук. Сразу же СУ впихнули, красавчики. Только этот герой того не стоит. Вот эти вот два, три, точнее, нижних приза, точнее, два нижней половине, реально топчик. Остальное, конечно, фигня, но, в принципе, тоже неплохо. Так, что у нас на английском? На английском у нас нифига нету. Ой, на АЭСе, точнее. Нифига нового. В общем, вот так вот, ребят. Я не знаю, пишите комменты, ставьте лайки, посмотрите на эти сервера и выбирайте, где играть. Но реально есть очень кайфовые сервера, на которых действительно хочется поиграть. Посмотрите, сколько у меня здесь всего есть. Это я, причем здесь я не играю и герои каких прокачек. Какие герои? То есть девятки, девятки. Это при том, что я здесь не играю. Они просто качаются там от акции до акции. Вот так вот. А если фармить, копить самоцветы, то, конечно же, шансы на получение мега имп возрастают. В общем, вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.